К другим новостям. Каток на стадионе «Торпедо» готовится к открытию. К заливке льда на днях приступили рабочие. Об этом сообщает местный портал РИАМА. На заливку люберецкого катка потребуется неделя. Чтобы лед получился качественный, его нужно наращивать слоями, а потом выравнивать поверхность. По традиции, с открытием площадки стартует сезон зимних спортивных мероприятий, а также прокат коньков и сопутствующего оборудования. Добавлю, полноценная заливка льда зависит от температурного режима. При благоприятных погодных условиях каток на «Торпедо» откроется к середине декабря. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.